Эй, комбайны, мы тут. Всем автономным отрядом. Вы меня слышите? Мы сдаемся. У вас такой шанс, воспользуйтесь им. Мы серьезно, мы сдаемся. Советники все еще находятся в оккупационных камерах. Они собирают и объединяют. А хрен вам, мы не сдаемся. Идите и возьмите нас, если получится. Великая цель ведет их на север. На север? Там белая. Почему пули не долетают? Что у меня еще есть? Ну, из дробовика точно нет. Никак. И что мы должны сделать? Я все прослушал. Алекс, ты как? О, у тебя даже одежда почти чистая. Ну-ка повернись, я посмотрю. Не, дырки остались. Ладно, пошли. Нам опять в шахты лезть? О, старый знакомый. Как тебе наша встреча? Запоминается? Фу, да ты весь сопляк. Не стой рядом со мной. Два! Я к такому не готов. И раз можешь убить его, не заботься о нем. Где сопливый? Волгой! Меня убило Волгой. Я такого не ожидал. Ну давай, попади. Я уже подготовился. Вон, смотри, твой друг лежит. Не хочешь рядом с ним прилечь? И второй готов. Отлично, Гордон. Прости, что я почти не помогала. У меня все еще подгибаются ноги. Тебе тяжело? Тебя понести, моя хорошая? Я могу тебя взять на ручки. Хорошо, Фримен. Тебя нет, тебя не понесу. Иди-ка ты сам. Что сидим? Мне делать все одному. Ты устал, я понял. Сейчас мы разберемся, не переживай. Вот он не разобрался. Пошел ты, не мешайся мне. Камнем бы не задело. В барне кончились монтировки. Добро пожаловать на борт. Следующая остановка где-то. Спасибо, Гордон. Ух ты. Знатно вы повеселились. Я все пропустил. Жаль. Здесь действительно побывали комбайны. Но и сами попали в западню. Вы только посмотрите, здесь даже кого-то воротами пополам разрезало. Ну, и что вы скажете вот на это? Предположение, что они... Шлёп! Эй, посмотрите вниз. Я подожду. Они даже не замечают, что я разбился, и продолжают разговаривать. Шикарно. Какие у меня классные напарнички. Рекомендуем поручить это задание Фримену. Это почему так? Эй, мне уже гораздо лучше.
Улучшение сойдет на нет, если ты окажешься среди токсичных отходов. Лучше мы останемся наверху и прикроем Фримена, который... А лучше я останусь наверху и прикрою тебя. Вот это приспособление оправдает наше присутствие наверху. Охренительный просто у вас план, как всегда. Но ты... Ты... Как ты можешь на такое согласиться? Нужен заряд. Давай лучше его туда отправим, а мы с тобой тут останемся. Как тебе мой план? Что ж, Гордон, придется тебе идти одному. И это после всего, что я для тебя сделал? Удачи, Гордон. Всего лишь удачи? Будь осторожен. Ну хотя бы, ну не знаю. Щечку бы поцеловала. А ты что там химичишь? А? Ты ее лечишь? Она не живая, братан. Не надо ее лечить. Это пушка. Не лечи ее. Серьезно. Ну и? Есть признаки жизни? Тебе надо торопиться, если мы все еще хотим опередить комбайнов. Я в курсе, подожди, мы спасаем пушку. Ей плохо стало. Ну ты спас, нет? Да, херовый из тебя хилер. Вот кто-то неспроста заблокировал дверь стульчиком. Я так и думал! Думали застать внимание, меня врасплох? Не, плохо стараетесь. На, кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Эй, ты где? Ползи, ползи, давай, давай, ползи, ползи. Ну ты почти смог. Еще один, давай, ты сможешь, я верю, давай, давай, чуть-чуть. Эх, не хватило-то. Всего лишь огнетушителя. Никто не открывает? Подожди-ка. На, постучи вот этим. Откроют. Не открыли? Ну и ладно. Стоп! Что-то я не хочу проверять, что у вас там происходит. Вот теперь другое дело. Молодец, не зря я тебя спасал. Давай в бочку, стреляй в бочку. В бочку, стреляй. Ну ты прям знаешь, как надо, после моей подсказки. Давай, вали вот этот инкубатор, пока он меня своим выводком не закидал. Ну, почти молодец. Я не понял, что произошло. Что это за смешок? Хе-хе-хе. Тут еще кто-то есть? Кто-то за мной следит? Эй. Глюки. Ой. На. Еще сейчас долбанет. Отлично. Нет. Вот теперь да. Отдыхаешь, братан? Дай-ка мне сюда эту штуку. Отдохни целиком. Не буду мешать. Давай. Действуй. Ну, давай. Ты чё ждёшь? Давай, стреляй почаще. У него граната. Давай, стреляй. Спасибо тебе за помощь. Давай не спи, вали ободранного. Сам справлюсь.
Не успели мы с тобой ничего. Миссия провалена.